Всем привет, друзья, канал Мастали. В работе у нас УАЗ Патриот. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию торпеды. Разобрали. Краткий обзор, что мы делаем. Нанесли вибропласт. Максимально обработали поверхность. Прокатали валиком. Вторым слоем мы обрабатываем шумопоглотителем. Это у нас эксперт, толщина его 15 мм. Вот показываем, что мы сделали с пластиковым торпедом. Также мы максимально обработали вибропластом, прокатали валиком, создали каркас жесткости. И вторым слоем клеем экспертом, толщина его 15 мм. Так вот выглядит шумоизоляция торпеды. Заделаем, соберем, проверим. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!